Лидер партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман вступил со специальным заявлением на заседании фракции в Кнессете. В ходе вступления Либерман признал принять закон о прямых выборах премьер-министра и закон об обязательном участии в голосовании. Либерман обвинил лидеров основных политических сил еврейского государства Ганца и Нетаньяху в неготовности идти на уступки как следствие в неспособности сформировать правительство национального единства. В связи с этим глава НДИ заявил, что его партия не может премьер-министру Бениамин Нетаньяху сформировать узкую правую коалицию и исключил возможность формирования Бенни Ганцем правительства национального меньшинства, поскольку НДИ не поддерживает эту инициативу.